الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Мы собрались сегодня здесь, чтобы сделать дуа Аллаху, попросить помощи для всех несправедливо осужденных, которых оклеветали за те преступления, которые они не совершали. Терроризм, экстремизм. То есть мы знаем этих людей, как порядочных людей. Субхана Раббика Раббик Иззати Амма Ясифун, вассаламу алейкум салям, вальхамду лиллахи раббил алямин. Аминь. Günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Etken ibadetlerimizden kabul eyle Allah'ım. Amin. Ve karşılığındır. Elhamdülillah Rabbil alemin. El-Fatiha diyorum. Gayr-i mağdubi aleyhim veled-dallin.